Всем привет! Дневник яхты «Единорог», 23 марта, 23 год. Интересный был сегодня день. Запланировано было только уборка, мойка, чистка. Начал я с кухни. Сумел убрать первые верхние ящики, все почистил. Потом заглянул в каюту. Там был мокрый матрас. Вчера его вынул, матрас просушил, но под ним осталось мокро. Решил разобрать, в чем проблема. И оказалось, что там вода. Как видно, это дождевая вода натекла сверху, потому что вода пресная. Натекла сверху и застряла там, и все заплесневело под матрасом. Доска, на которой, поддон, на который лежал матрас, весь черный, начал подгнивать. В общем, собрал, разобрал, высушил воду. Видео я показывал. И теперь надо думать, что делать дальше. Проблема в том, что ходил в марину, узнавал. Во-первых, для того, чтобы высушить воду, попросил у них насос. У меня тут нету переносного. Бывший хозяин яхты обещал привезти. Он приезжает на эти выходные. И спросил у них, где я могу заказать такой кусок фанеры. Он говорит, в этом городе вообще нету. Они не знают, нужно куда-то ехать. Так что буду думать. В ближайшее время, пока мне это не надо, нужно оставить все открытым, чтобы сушилось. Все высохло, купил сегодня обогреватель, чтобы горячим воздухом там все прошить, всю каюту, убрать плесень всю. И тогда буду уже думать, что мне делать дальше. Наверное, брать машину, ехать куда-то в ближайший город и заказывать доску фанеры, чтобы можно было оформить и подготовить каюту к гостям. В общем, на этом сегодня работы закончились основные. Кухня, верхняя часть кухни уже убрана, все туда сложено, все стоит на месте. Завтра по плану продолжение уборки, дезинфекция, полировка, привести в каюту, надеюсь, что мою каюту, мастер Кевин и салон в надлежащий вид, а дальше будем смотреть, как продвигается. Проблемы появляются постепенно, ну, ничего страшного, все решаемо, будем дальше посмотреть. Так что до завтра.